Привет, Сиракиза смотрящие. Ну что ж, пятница. Сегодня у нас 6 октября. И утром уже было 4 градуса. В связи с этим я уже готов к осени. Переобулся. Потом как дальше и советую всем, кто еще не переобулся, резину. Потому что дорога уже с утра холодные дороги, мокрые. Ну, в общем, дело каждого. А на самом деле, чего я еду? Еду по улице Сейлос, которую вот благополучно сделали. Наверное, еще официально, я думаю, еще не открыто там разметку вот делают. Может быть, еще что-то там. Ну, короче говоря, по крайней мере, она уже открыта для движения. По крайней мере, знаков нет. Значит, ехать можно. И вот видео 360, напоминаю, вы можете крутить или телефоном, или пальцем, или мышкой. В общем, это видео крутится вокруг себя, для тех, кто не знает. И для... уже я заметил, что многие жалуются, когда смотрят такие видео. Вот, качество у тебя не очень. Снято все достаточно качественно. Разрешение там 4К. Поэтому смотреть даже 5К, но это 360 градусов. Поэтому, когда по умолчанию иногда какой-то телефон или компьютер не очень мощный подгружает, он ставит минимальное качество, там 360 или еще меньше. И, конечно, у вас на экране будет все размыто. Для того, чтобы увидеть все прелести этой улицы, дорожки, все разглядеть, покрутить, ну, значит, надо в настройках плеера, который вы смотрите на YouTube такие видео, поставить максимальное разрешение. Но для этого надо, естественно, иметь гаджет тот, который может тянуть такие видео и не притормаживать. Вот, собственно, такая вот история. Сегодня, что интересно, первый день я увидел массовый перелет, значит, этих птиц, которые валят на север, на юг, валят на юг, потому как сегодня, наверное, утром они тоже проснулись и удивились тому, что происходит, что очень холодно, и полетели. Будет отдельное видео. Ну а пока вот это Сколос, а тут уже другая история. Тоже ямы, тоже, как всегда, все кривое.